Доброго времени суток, дорогие друзья. Ну что ж, у нас с вами второй этого года ученический учебный, в общем, влог. Сразу же делюсь новостями, чтобы потом не забыть и ничего, мысль свою не потерять, потому что все очень насыщенно происходит. Значит, дело получается таким образом. Я вчера сидела до 2 часов, наверное, ночи. Сделала курсовую, и тра-та-та-та, я наконец-то ее сделала, но, значит, я выравнивала все красиво, чтобы было, тра-ля-ля. Что вы думаете? Значит, я подумала все-таки, что, может быть, какие-то там нюансы по поводу этого, по поводу оформления, может быть, какие-то шрифты, там еще что-то, но я больше думала не о шрифтах, а знаете о чем? Вот у меня, например, здесь получается, сейчас я найду введение, а где, подождите, вот, у меня был вопрос по поводу реферата, и состоял он вот в чем. Я смотрела образцы других работ курсовых, и там обнаружила, что курсовая работа состоит там из реферата введения заключения 3 разделов списка. Сейчас я поменяю. Использованных источников, а работа содержит столько-то страниц, столько-то рисунков, столько-то схем и всего остального, да? И это стояло просто одним предложением. И у меня стал вопрос по поводу того, так ли это нужно. И что вы думаете? Значит, я нашла такие. У нас просто преподаватель прислала... как это? В общем, назвала не пояснение к оформлению, а назвала циферным выражением. Боже мой, да что ты будешь делать? Ну, сишку держала на руках, теперь вся в сишке. Что вы думаете? Я сейчас попробую вам показать, как это есть. Значит, давайте смотрим. Вот это вот титульник, который в курсовой в оформлении. Вот это вот, сейчас, титульник, который мой. Немножко такая разница, да? А вот, реферат. Ой. Дальше. Реферат. Да? В общем, только по одному вот этому мне нужно... сделать кучу всего просто того, что у меня не сделано. Начиная от оформления заголовок, списка использованных источников, каким образом это написано маленькими, ну, строчными или прописными буквами. Вот. Я вас не буду сейчас оставлять, потому что как бы хочется сделать за оставшиеся там дни, я в этих своих огромных очках. В общем, я не знаю, в каком состоянии я буду завтра, потому что у меня просто раскалывается голова. Вот, я уже выпила 2-ю даже таблетку цитрамона, потому что мне не помогает. У меня это все от глаз, от нагрузки, которая идет. Я вчера делала полностью вычетку, получается, что сегодня мне нужно проводить практически ту же самую работу, выискивать где какое что, и мама мия, это просто песня настоящая. Вот, короче, пожелайте мне удачи, я продолжу свои изыскания, и дай бог мне за 2 часа, это минимум час у меня займет, вот, но учитывая, что я уставшая, и у меня адски просто раскалывается голова, я почти ничего не вижу. Даже в своих больших очках я боюсь одевать какие-то большие еще. А вот, чтобы я доделала это все. Вот. Чтобы вечером отвезти наконец-то в колледж. Так что всем хорошего дня.
Я продолжу, и пока меня не сильно по работе беспокоит, буду доделывать это, чтобы все-таки сдать. До новых встреч. Пока. До следующего видео.